Так, возьми ножницы, кажись, она рожает. Кажись, кто-то вылазит, ребята. Кажись, кто-то вылазит, смотрите, смотрите, смотрите. Если вы хотите завтра у себя под подушкой найти новый iPhone, мощный компьютер, много денег, ну или же много конфет, то успейте прямо сейчас за одну секунду поставить этому видео лайк, нажать на колокольчик, ну и конечно же подписаться на мой канал. Ну что ж, даем отчет, успевайте раз. Я надеюсь то, что вы успели. А теперь посмотри прямо сейчас на экран, последняя цифра твоего лайка. Это и есть твой приз. Приятного просмотра. Всем привет, дорогие друзья. У микрофона, как всегда, я Евген Бой. Это мое новое видео по игре Майнкрафт. И, ребята, я сейчас еду в деревню жителей. Да, так, так, так. Давайте, давайте. О, вон, кстати, дом бабки Гренни, да. Смотрите, ребята, это реально дом бабки Гренни. Вот. Ну что ж, я приехал уже. Вот. А, да, наконец-то. Я по делам просто ездил в другую деревню и... Наконец-то я в свою деревню приехал. Так, ну что ж, ладно. Давайте мы возьмем мотыгу сейчас, да. И добудем тут картофель. Вот. Картофель давайте добудем. Так, все, добыли. Давайте посадим его. Вот. Ну что ж, я не знаю, что у нас нового тут изменилось. Вроде бы ничего. Сейчас я пойду в гости к бабке Гренни. Вот, давайте. Так, угу. Все. Вот так вот сажаем все. Все отлично, мы все посадили. Ребята, так. Ну что ж, я, наверное, себе все домой сейчас унесу, да. Так. Так, 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 все. Отлично. Вот, что, давайте жителей спросим, как у них дела. Привет, житель. А, привет, Евген Бой. Ты знал то, что бабка Гренни беременна? Что? В смысле беременна? В прямом смысле, она беременна. Да ты что, шутишь, что ли? Какой беременна? Ты о чем вообще? Ну вот так вот, иди сам посмотри. Да ладно тебе, что ты загоняешь? Ладно, давайте пойдемте в домик бабки Гренни, так. Так, давайте, надо постучаться к ним. Так. Гренни, Гренни, открывай. Гренни. Так, у меня где-то ключи, кстати, были, давайте... Давайте возьмем ключ. Чик-чик-чик-чик. Все, давайте, открыли дверь. И чё, где Гренни? Эй, Гренни! 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 Бабка Гренни, ты тут? Бабка Гренни! Эй! Гренни! Гренни? А где бабка Гренни, я не знаю. Грэндпа или Гренни? Так, тут ничего нету у них. Так, Грэндпа... Гренни. Так, Гренни, Грэндпа, вы где? О! Эй, вы что тут делаете? Что это такое? О, привет, Евген Бой. Ты знал то, что моя бабушка рожает? Ну, точнее, ну, моя жена рожает, да. Вот, ребенка. В смысле, реально она беременна? Нет, она уже на 9-м месяце. Серьезно? Ты не шутишь? Нет, нет, я не шучу. И она прямо сейчас родит? О, да, Евген Бой. Быстрее сбегать за уколами, там, я не знаю, за чем-нибудь, чтобы, ну, я не знаю, чтобы бабка Гренни нормально родила. Хорошо, бабка Гренни сейчас все нормально будет, Грэндпа. Ну, дедушка Грэндпа, точнее. Вот. Кстати, вот так вот выглядит дедушка Грэндпа, если кто не знал. Так, ладно, нужно сбегать за какими-то уколами, я не знаю. Ну, нужно поискать, наверное, да, будет. Да, нужно будет поискать. Так, ну что ж, давайте мы тут поищем. Так, ладно, у меня где-то тут уколы, кстати, были. Смотрите, ребята, сейчас. Так, давайте возьмем, во-первых, вот эту штуку. Во-первых, уколы, да, вот тут всякие эти. Да, уколы берем. Так, что мы еще возьмем? Наверное, капельницу. А, да. Так, и давайте вот эту штуку, наверное, возьмем. Так, что же еще? Давайте вот это зелье возьмем, да. Зелье возьмем. Ну и погнали уже к Гренни, наверное, да. К бабушке Гренни. Вот, пошлите, пошлите. Нифига себе. Офигеть. Она сегодня родит, получается, да. Ой, ладно. Так, ну что ж. Давайте погнали. Так, бабка Гренни и дедушка Гренни, я тут принес вам кое-что. Да, вот укол. Давайте тут воткнем. Так, чук-чук. Так, все. Поставим сюда укольчик. Так, чё мы еще? Так, давайте... Давайте эту штуку сюда поставим, наверное.
Вот так. Так, что, на, бабка Гренни, выпей вот это зелье. Вот, оно тебе очень сильно пригодится. Так, все, она выпила. Да, друзья. Вот, и давайте капельницу к ней подключим. Так, все, подключили капельницу. Так, все, дедушка, не переживай. О, спасибо тебе, Евгенбой. Да, ты уж хороший человек, очень даже. Так, возьми ножницы, кажись, она рожает. Че, серьезно она рожает? Так, сейчас ножницы, ножницы, ребята. Ножницы, так. Вот это вот давайте возьмем. Вот, она, кажись, рожает, ребята. Так, давайте делаем разрез. Чик-чик-чик, так. Так, кажись, кто-то вылазит, ребята. Кажись, кто-то вылазит. Смотрите, смотрите, смотрите. А, кто-то вылез. А, ребенок Гренни, смотрите, это реально ребенок Гренни. Офигеть. Офигеть, друзья, ребенок Гренни появился тут, на свет. Вот это да, вот это бабка Гренни. Офигеть. Она ребенка реально родила. Ну это круто, реально, смотрите, теперь целая семейка тут у них. Да, ребята, вот это да. Вот это я не ожидал такого, то что Гренни реально родит. Офигеть, ладно. Фух, давайте сделаем ребенку, наверное, игровую комнату. Вот тут вот. Да, давайте ее сделаем. Так, вот тут вот. Он будет, наверное, тут играть. Вот так вот, давайте тут. Вот так вот все сразу же ломаем. Так, давайте, давайте, давайте. Получается вот так, так. Во, все, отлично, ребята. Вот тут вот у ребенка Гренни будет игровая, наверное. Да, вот тут вот, именно тут. Поэтому давайте ее расширим вот так вот. Вот так вот расширяем. Получается, да. Так, все, почти все тут мы расширили. Так, все, отлично, ребятки. Так, давайте тут, тут надо все закрыть, получается, вот тут вот будет уже. Ну, потому что тут уже как бы стена идет. Так, дальше давайте тут, тут мы потолок сломаем. Получается вот так вот, друзья. Да, и тут сделаем сейчас игровую комнату, реально. Это реально будет круто. Да, Гренни точно обрадуется, то что я для ее ребенка сделал комнату, да. Так, ну что ж, давайте уже начнем. С чего бы мы начнем? Так, давайте первое. Мы начнем, наверное, с игрушек всяких разных. Да-да. Смотрите, тут игрушки, такие вот качельки, да. Вот такие вот игрушки. Давайте мы поставим их вот сюда куда-нибудь, да, вот сюда вот. Так, так. Давайте качель еще вот сюда вот поставим. Смотрите, тут лошадки всякие. Вот, это будут игрушки. Игрушки Гренни. Так. Дальше паука давайте возьмем. Кого мы еще не брали, получается? Так, кого мы еще не брали? Мы не брали, кажись, вот эти кубики. Да. Мы не брали, получается, что еще? Вертолетик. Домики. А, во, и вот эту вот штучку мы не брали. Ну, давайте все это вот тут вот мы, наверное, поставим. Да, вот так вот. Смотрите, ребята, давайте мы им еще шарики положим сюда. Тут где-то шары есть. Во, ребята, смотрите. Вот как ребенок-то будет рад. Смотрите теперь, какая у него игровая комната. Так, давайте вот это вот кольцо мы сюда поставим. Дальше мы баскетбольное кольцо поставим, да, и кучу мячиков. Вот, кучу мячиков получается, да. Вот так вот, давайте мы тут их наставим, получается так. Давайте возьмем стол. Да, стол возьмем. Так, стол. Эй, стол. Так, все, стол. Давайте что тут поставим-то? Телевизор, наверное, телевизор, да. Давайте мы поставим какой-нибудь телек офигенный просто. Давайте вот такую вот, вот такую вот огромную плазму. Правда, она сюда почему-то не помещается, поэтому давайте тут один вот такой вот маленький телевизор поставим. Дальше давайте мы, получается, что мы сделаем? Вот эти штуки поставим. Да, и где нам компьютер теперь устанавливать? Я даже вот не знаю. Компьютер, наверное, я поставлю вот сюда, ребятки, да. А нет, ноутбук. Ребенку пока что будет нормально на ноутбуке сидеть, да. Зачем, зачем компьютер ребенку? Вот. Вот, когда есть ноутбук у нас. Да, друзья, у нас есть ноутбук. Сюда ее поставим и настроим ее, да. Вот, чтобы она сидела.
Во, отлично, смотрите, ребенок Гренни тут теперь рад даже находиться. Смотрите, тут какая игровая комната для него. Вот, я тут построил. Вообще, реально, круто же. Ну что ж, давайте их поздравим. То, что у вас родился ребенок, да, я вас поздравляю, то, что у вас реально родился ребенок, вот. Желаю вам там ребенку вашему здоровью, там счастья и все такое. Да, ладно, в общем-то, я, наверное, расскажу, пойду жителям. В общем-то, я поехал тогда сейчас по своим делам в другую деревню жителей. На этом все, да, не забывайте подписываться на мой канал, ну а также ставить лайки. В этом видео сегодня бабка Гренни и Грэндпа родился ребенок. Всем удачи и всем пока-пока, друзья. Всем пока. Был Евген Бой на связи.